Тем временем власти Ханчжоу завершают реконструкцию города в рамках проекта подготовки к саммиту G20. Работы по восстановлению исторического центра вышли на финишную прямую. Легендарный район Сесиньфань приобрел новый вид, при этом сохранив аутентичность. Местные жители уверены, саммит Большой Двадцатки повысит туристическую привлекательность Ханчжоу. Подробности у наших корреспондентов. Один из старейших районов Ханчжоу, Сысиньфан, был построен в 20-х годах и по сей день его считают престижным. Сун Гуаньмо живет здесь более 60 лет. Жизнь квартала протекала у него на глазах. Сысиньфан был весьма элегантным местом, но с 80-х годов бизнесмены начали открывать здесь магазины, и квартал стал грязным и хаотичным. Здесь построили более 40 небольших ресторанов. В тот период условия жизни были ужасные. Жилой квартал расположен в самом центре Ханчжоу, всего 700 метров от Западного озера. Еще 100 лет назад здесь был элитный район, где жили и отдыхали представители высшего общества. Но вместе с началом массовой экспансии квартал утратил свой лоск. Сегодня местные власти взяли курс на реконструкцию района. Всего за 6 месяцев он изменился до неузнаваемости. Остался аутентичным, но стал чистым и динамичным. Чиновники довольны. К саммиту Большой Двадцатки центр почти готов. В ходе ремонта мы старались вернуть зданиям первоначальный вид. Это позволит сохранить историю и культуру этого района. Мы надеемся снова сделать квартал необычайно привлекательным для туристов и местных жителей. Команда архитекторов постаралась воссоздать стиль и атмосферу легендарного квартала Сысиньфан. По словам местных старожил, реконструкция заставила их совершить путешествие во времени и вернуть ощущение проведенных здесь юношеских лет. История нашего района насчитывает более 100 лет. О квартале сложено много историй и анекдотов. Мы надеемся, что в будущем район привлечет еще больше гостей, тех, кому интересно, как Ханчжоу выглядел в прошлом веке. А местные жители смогут извлечь выгоду от стремительно развивающегося рынка тур-услуг. Сысиньфан – один из списка районов в плане реконструкции Ханчжоу. Курс на архитектурное возрождение власти взяли после решения провести в городе саммит Большой Двадцатки. Форум пройдет под председательством Китая уже в начале сентября. Громкое политическое событие в жизни местных жителей отзовется обновлением, комфортом и удобством родных кварталов. Виктория Слепцова, CCTV.